Всем привет, друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки, ниндзя, легенды. И давайте зайдем с вами в магазин и откроем с вами паки. Так, здесь у нас мутаген, доллары, звездочки. И кто у нас? Змея Карай достается. Ну а в этом нам... Так, мутаген, комиксы, звездочки. И что там в конце? Ага, 5 долларов. Ладно, не беда. Так, выполнили мы все-таки одно задание. Давайте начнем, пожалуй, с заданий. Заберем здесь телепорты, доллары и мутаген. Отлично, еще одно задание выполнено. Так, поднять уровень персонажу. Давайте-ка определимся. Кстати, да, у нас сегодня, смотрите, и поднятие ранга будет. И плюс еще мы усилим с вами двух персонажей. Так, давайте, наверное, Бакстеру мы поднимем все-таки ранг. Отлично, я считаю. Да, пускай у него будут 3 звезды серебряные. Отличненько все. Но это мы подняли ранг. А нам нужно, ребята, поднять уровень. Так, змейковью, развиваем. Есть. 3 бронзовые звезды у него. Замечательно. И следующий у нас кто? Мышь Кирби. Тоже будем развивать. Мутагена у нас хватает на это дело. Все, что у него тут открылось? Вопль, да, я смотрю. Кирби пронзительно визжит на врагов. Разрушитель. Вероятность 25% уменьшить меткость на 50% в течение 2 ходов. Восстановление 4 хода. Замечательно. Так, ну а теперь будем поднимать левел. Вот только кому? Кто мне скажет, а? Ну, я даже не знаю. Может быть, Бибопу не хочу. Может быть, вот этому? Ладно, давайте здесь поднимем один уровень. Нам лишь бы задание выполнить, как говорится. Надо глянуть, кого мы можем с вами еще открыть в ближайшее время. Я думаю, что это будет змея Карай. Давайте попробуем найти на нее карточки. А ну-ка. Отлично, одна карточка есть. Замечательно. Так, здесь выпадет. Вау, фартануло, ребята. И последний раз кликаем, пробуем. Нет, один мутаген дали. Но, тем не менее, задание мы выполнили. Даже 2 штуки. Давайте забирать здесь все. Так, 20 звездочек. А здесь ничего такого. Ну что же, нам нужно пройти еще одну серию испытаний. И давайте мы это сделаем сейчас. Берем своих самых лучших. Так, давайте-ка возьмем Шреддера. И так вот лучше будет Карайка. И попробуем уже, как говорится, справиться здесь. Ну, в принципе, ребят, здесь ничего сложного нету. Сейчас быстренько мы их разберем. Тут у нас тем более зэк враг. Давай-ка караем масухой. Отлично, все хорошо. Осталось лишь добить. Ах, не могли мы добить. Шреддер добил, отлично. И остался здесь ниндзя. Все, у нас следующая волна, последняя. Вау, как вас тут много-то, а? Ну что ж, давай, зэк. Молодец, хорошо долбанул. Добьешь? Молодец, Карайка. Так, массовый выстрел. Ух, ну все, ребята, они уже наши практически. Мы им понизили защиту. Сейчас будем разбирать, как говорится, на одном дыхании. Куда ты ставишь у ворот себе, а? Ах ты, елки-палки. Ну, хитрожопый этот Бибоп. Ладно, для нас это не проблема, ребят. Так, кого? Попробуем носорога. Так, отлично. Давай-ка, наверное, еще разок. Все, мы ему еще и меткость понизили. Да он не должен попасть. А, как я и говорил, мимо. Все, он лежит. Так, тигр. Пол хп снял. Шреддер добьешь? Молодец, умница. И остался лишь Бибоп, но он с уворотом. Хотя это его не спасает. Черт, хотя спасает. Ха, да ладно. Да что за фигня-то? Тигр, ну... Да не может такого быть, а. Да вы посмотрите, что происходит. Ну, а так если... Все, не увернулся он. В конце концов, мы его добили. Ну что же, ребята, мы выполнили. Сейчас забираем задание. Выполненное, как говорится, свой реворд. Отлично. И нужно нам еще 7 боев, да, в компании, в режиме сделать. Это для нас, ребят, в принципе, ерунда. Мы это обязательно сделаем. Но, правда, немножко хитрым способом. Мы будем с вами открывать карточки персонажей и в то же время делать задания. Так, отлично, нам достался крип. Давай еще разок крипа нам. Во, шикарно. И еще разок дай, пожалуйста, а. Ну, да. Все 3 попытки у нас сыграли нам на руку. Замечательно. Так, ну что же, продолжаем. Давайте, наверное, мы с вами саблезуба попробуем открыть. Не открыть, а найти на него карточки, конечно же.
Есть, одна карточка нам досталась. Это, кстати, ближайшие герои, которых мы с вами скоро, наверное, сможем повысить. Вторая попытка тоже удачная. Ну, давайте уж третью до кучи. Порадуйте меня. Да! Ха-ха! Нормуль. Но задание по-прежнему не выполнено. Поэтому мы можем с вами, наверное, Кейси Джонса еще найти. Давайте приступим. Ну, да, мы его нашли. Ребят, задание выполнено. Ну, я еще разочек сейчас сделаю, как говорится, на дорожку. Вау, еще одна карточка выпала. Ладно, забираем, ребят, задания выполненные. Так, и нам еще достанется карточка Рафа. Это уже хорошо. Все, отлично. Теперь можно, в принципе, ребята, так, достижения. Ну, еще очень много выполнять, чтобы нам что-то открыть. Так, давайте-ка переходить, наверное, с вами в бой. И я думаю, так, мутаген у нас открыт. Да, давайте турнир. И на турнире мы с вами сейчас кого-нибудь немножечко побьем. Так, вот здесь у нас выбираем своих ребят и будем уже потихоньку разбирать. Нам нужно подниматься на лиге, чтобы в конце у нас был вкусный, как говорится, реворд. Желательно колода очень такая мощная, с хорошими бойцами. Давайте уже потихоньку их разбирать массовыми ударами, как всегда. И как видим, ребят, здесь у нас осталось шимпанзе, который уже лежит. Тут у нас Ванька Дуралей, который тоже уже лежит. И остался Бибоп. Он еще пока стоит на ногах. Ну что ты, из последних, как говорится, сил. Он что-то там делает, и мы его добиваем, ребят. Ну что же, победили. Так, у нас есть с вами карточки на откат? У нас есть. В принципе, можно ими воспользоваться. Мы сейчас с вами поднимаемся на Лигу Самурай. Одна звезда у нас. Так, давайте-ка продолжать с вами бой и выбираем, так, откаты, давайте делать откаты. Свою команду мы, конечно же, возьмем обратно к себе. Так, Тигр, иди сюда, и Шреддера вернули. Хотя, в принципе, ребята, здесь можно и вот этими, наверное, сыграть. Смотрите, тут у нас 34 и 36 уровни, поэтому есть смысл, наверное, убрать вот этих вот персонажей и сыграть именно моими, как говорится, слабенькими героями. Вот так вот. Я думаю, что мы справимся здесь. И тем более без особых каких-либо там затрат. Ну что ж, давайте определяться, кого будем бомбить. Провокацию я не буду пока делать. Я думаю, что это будет шимпанзе. Она меня очень сильно нервирует. Поэтому приступим, пожалуй, с нее. Так, сможем забомбить? Нет, еще не получилось. Так, массовый удар от Майка. Черт подери, как-то хреновенько все у нас получается. Ну, молодец, Бакстер, умница. Так, Паукус, давай. Чтобы не было у них хилки, надо ее ликвидировать. Ну хорош, Рафик, ну что ты, массовым ударом он бомбит. Как видим, у нас полное сопротивление от Бибопа. К сожалению, у нее нет. Ну вот что она делает, а? Хилит, успела все-таки. Ладно, ребята, давайте наказывать. Ну. Так, второй удар. И положили мы, как говорится, Эйприл. Ну что, Раф, доигрался? У тебя пониженная атака. Паукус, давай. Нет, почему-то он не стал делать второй удар. Так, Раф, что делает? Иммунитет. Ясно, значит, тут бесполезно, ребята, что-то делать. Придется одними ударами бомбить. И мы это с вами сделаем. Причем довольно легко и просто. Так, Стокман, сейчас ты у меня тут доиграешься. Допрыгаешься. Ну, нет, муха не добивает, к сожалению. Ага, Бибоп решил подхилить всю пати свою оставшуюся. Но, как говорится, не тут-то было. Стокман упал, и Бибоп против Бибоба. Ну что, пол хп отняли. И расстреливаем его потихоньку. Так, Паукус добьешь? Молодец, умница. В принципе, все легко и просто. Мы с вами продолжаем наш поход по лиге. Так, мы здесь получаем сколько? 865 мутагена, очень хорошо, ребята. Нам нужно укрепить наши позиции. Мы на 63-м месте сейчас. Естественно, будем продолжать бой. Так, уровни здесь 36-е, 38-е. Так, тут вообще 31-е, 33-е. Поэтому я думаю, что можно даже вот этих вот ребят взять. Давай-ка возьмем, наверное, Карайку и Эйприл. Вот такой компашкой мы здесь должны справиться. Кстати, как-то удивительно, что именно здесь 31-й, 32-й уровень попались мне. Хм, очень странно, как он так умудрился до туда добраться. Ха, ну что ты делаешь, а? Так, вот это уже плохо, ребят. Майки сделал свой танец. Незыблемый, который укрепил команду ему. Так, нам главное устоять. Ну, и он еще и подхиливается, а.
Ты посмотри на него. Ладно, не беда, нейтрализатор пошел. Хана как не бывало. Этот уходит у нас в тень. Но он нам пока и не нужен. Давайте мы сделаем, наверное, с вами массовый удар. Хорошо. Так, побежали маусы. Вот так вот, ребят. Ну что, Карайка, давай, плюй. Блин, да что ж такое-то, а? Мы пока никого не подбили. Ну-ка, давай-ка, наверное, пинка сделаем. Хе! Кирби упал у нас, и осталось всего лишь здесь ничего. Разобрать Майка, который уже падает. Так, тот в тенюхе у нас что-то выделывается. Делать вот удар, но мимо. И мы разбираем. Ага, скорость понизили. Все, ребята, волна. И остался лишь ниндзя-черепашка, который упал, ребят. Ну что ж, довольно неплохо мы прошли. Опять же, без потерь. Опять же, получаем кучу мутагена. 865 штучек. И мы с вами двигаемся дальше. Так, совсем-совсем хорошо. Давайте определимся, кого нам взять. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, наверное, вот этих вот ребят попробуем разобрать. А, в принципе, что тут пробовать? Покараем и все. Подожди-ка. Давай-ка мы это уберем, Шреддера возьмем. И будем уже потихоньку приступать к разбору полетов. Ага, вот так вот, значит. Хорошо, давай бросаем замедлялочку нашу. Практически на всех сработало. Массовый удар от тигра. Так, двоих как не бывало. Шреддер, давай-ка добьешь, нет? Своим массовым ударом. И в результате все еще пока стоят на ногах. Вертушка от Рафа покарала. Слэш тоже упал. Ну что ты тут выделываешься, а? Ведь ты прекрасно знаешь, что это тебе не поможет, потому что ты уже будешь валяться. Как всегда, моя команда на высоте, и мы с вами укрепили свои позиции, причем довольно хорошо. Ну, конечно, хотелось бы дойти до двухзвездочной лиги самураев, но вряд ли у нас это получится, конечно, сегодня. Хотя, блин, совсем немножко осталось. У меня, ребята, есть откаты, я буду их использовать, чтобы нам пробиться как можно выше. Так, давайте-ка своих ребят здесь откатим по-быренькому. Это моя незыблемая команда в данный момент. Самые сильные персонажи, которым я всегда играю на лиге. Лучше, пока у меня их нету, никого. Так, и что у нас здесь за пухлячок такой, а? Играет против нас. И мы приступаем, ребята, как обычно, замедлялочки. Потом массовый удар от тигра. Слушайте, довольно быстро здесь у нас получится разобрать их всех. Я думаю, что Шреддер даже, наверное, нам в этом деле поможет. И... да, осталась лишь черепашка Раф, который тут же упал. Все, идеальная победа. 920 мутагена мы с вами зарабатываем, да ведь? 920? Да, именно так. И мы переходим в Лигу Самураев двухзвездочную. 75 место у нас. 7 откатов еще есть, поэтому, ребят, я буду использовать обязательно. Так, ну, в принципе, можно даже вот с этих начать. Жалко, что у меня нету предыдущих персонажей, которые были бы в откате, я мог бы их взять, приходится вот этих вот брать. А так бы можно было бы даже послабее взять, и, в принципе, мы бы справились бы с ними на все 100%. Так, погнали. Массовыми, обязательно, ребята, массовыми ударами используемся. Потому что, да ладно, Майк, успокойся. Ну, что ты делаешь, а? Ты думаешь, это тебе поможет? Я думаю, что даже половина не успеет воспользоваться твоим, как говорится, бафом. Потому что сейчас Шреддер, наверное, всех завалит. Да! Да, ребята, о чем я вам и говорил. Ну что же, в принципе, с лигой можно и завершать. Потому что, как говорится, у меня откаты закончились. На 50-м месте я нахожусь. Никого взять не смогу. Теперь нужно думать, что нам делать, ребят. Так, тут, смотрите, уровни 39-й. У меня есть такие персонажи? Хотя вот 45-й есть Лео. И нет, вряд ли мы справимся. Поэтому... пролетаем, как говорится, мимо. Здесь у нас все взято. Ну что, ребят, я хочу попробовать завалить вот этого вот чувачка. Так, сложного пока нету. У меня было много попыток, и все безуспешные. Поэтому давайте рискнем все-таки сегодня, как говорится, раз у нас такой хороший день. Пока я на позитиве, не в унынии, хоть я немножко уставший, но попробуем все-таки. Была не была, а вдруг прокатит. Как говорится, попытка не пытка. Ну и что, если мы проиграем? Мы же не корову проигрываем, да? А всего лишь какую-то попытку. Так, и у нас здесь маленькие кренги. Конечно, хотелось бы, ребята, использовать массовые удары, чтобы их как можно... вау! Побольше застанить, побольше нанести урона.
Но вы понимаете, что нам это все пригодится в дальнейшем. Хотя бы даже на второй волне. Здесь у нас есть отхил, поэтому мы будем делать. Шреддер, ты, как всегда, молодчина. И будем уже, наверное, провокацию брать на себя, потому что Рафик выдержит эти удары. Ну, а мы будем уже, наверное, давайте массовым ударом. Так, отлично, все хорошо. У нас еще есть подхил от Лео. Использовать мы его пока не будем. Так, бомбим. Отлично. Вау, вы посмотрите, как хорошо держит Рафик удары. Просто молодец. Он меня никогда еще не подводил и не подводит. Вот Майк, конечно, сдал свои позиции. Я именно про того Майка, который у нас с луком бегает. Сейчас он почему-то ватный, его быстро разбирает. Но у него довольно неплохой есть скилл, который снимает все негативные воздействия с наших героев. Так, ну что, давайте разбирать. Здесь у нас одни роботы. Я даже не знаю. Хотя, в принципе, ребят, там у нас последний босс, он будет один. И я думаю, что есть смысл тратить массовые удары. Ну, а последнего босса, я думаю, что мы заколбасим и обычными с вами ударами. Так, один упал, это хорошо, ребята. Ответочка от Рафа, замечательно, почти все здоровье отобрал. Да хватит тебе, а. Так, нам нужно, наверное, подхилиться немножко, да. И в этом нам поможет Лео, лишь бы только до него дожить. Так, нет, пока еще рано. Давайте укрепим свою команду. Все, отлично. Так, Лео, давай хиляй. Красава, молодец. Так, массовый удар пошел, ребята. Есть. Все, тут осталось два дрона. Но мы их сейчас быстренько разберем. Тигр, завали его. Нет, не получилось. Но Зэк делает свое дело, ребят. Отлично, и у нас третья волна. И это босс. Вы все прекрасно знаете, что это не девочка никакая. Это робот, в котором сидит маленький злобный Крэнк и управляет ею. Поэтому давайте пытаться разбирать. Отлично, вообще великолепно, смотрите, довольно... Ах, тут мимо. Давайте массовым ударом от Шреддера. Я, конечно, не уверен, что мы отнимем много здоровья. Оу, вообще нифига. Эй, тигр упал. Черт, минус один боец. Так, меткость мы понизили. Но что-то не скажу я, что он стал промахиваться больше. Давай-ка, Лео. Ах ты, отлично, хотел сказать. Мимо, ё-моё. Конечно же, мимо. Все промахиваются. У меня только лишь Раф попадает по нему. Ну и Зэк должен попадать, да. Ай-яй-яй, минус Шреддер. Черт подери. Так, делаем провокацию. Будем надеяться, что он нас не разберет. Так, давай. Отлично, все хорошо пока. Бомбит, бомбит он моего Рафа. Но Раф дает ответку. Так, Зэк, бомбани. Слушайте, очень мало здоровья у него остается. Блин, да что ж такое-то? Раф, ты главное держись, не падай, прошу тебя. Так, ну-ка. Вау, хорошо. И... Ну, Раф, давай. Есть, ребята. Я нас поздравляю, мы прошли с вами этот эпизод. Фу, ну и что, что одна звезда, когда мы станем крепче, обязательно пройдем на 3 звезды. Скажи мне, где они? Иначе что, ты думаешь, что сможешь остановить Крэнгов? Сдавайся, пока не поздно, черепашка. Никогда, скажи мне, что ты с ними сделал? С твоими мерзкими родичами-мутантами, они в безопасности пока. Если сдашься сейчас, то проживешь достаточно долго, чтобы умереть вместе с ними. Ну ничего себе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот гад, а? Ты посмотри, не хочет нам ничего говорить. Но меня сейчас радует то, что, ребята, мы прошли с вами. Оу! Эпическая колода нам достается. Давайте вскрывать, смотреть. Вау, мутагена сколько дали? $175. Вау, звездочек-то. И змей Ковьюн. Мы, кстати, можем поднять ему ранг. Открыть сложный режим. Замечательно, ребята. Мы с вами переходим на главу 7. Долго я к этому шел. Так, ну что же, поднимаем ранг. И у нас змей Ковьюн. Да, получает 3 звезды золотые. Шикарно. Хотя, честно говоря, я бы лучше какому-нибудь другому персонажу поднял бы ранг. Ну, раз уж так выпала карта, то очень хорошо, ребят. По крайней мере, на халяву. Фух, так, ну что. У нас с вами сюжетная линия новая открылась. Глава 7. И я хочу, ребят, посмотреть, что у нас здесь. Поехали, наверное, да? Так, 60-62 уровень у врагов. Да, мощные, ребята, ничего не могу сказать. Но я думаю, что стоит все-таки сделать попытку и подраться.
Лео, все будет хорошо, мастер Сплинтер может о себе позаботиться. Я уверена, что он и твои братья в полном порядке. Рыжик права, мы должны сосредоточиться, вторжение всех затронет. Ха-ха, Рыжик. Неплохо, да, они Эйприл называют. Рыжик. Ладно, ребят, давайте приступать. Тут у нас, как мы видим, ниндзя-футы, причем киборги. Поэтому будем сейчас их бомбить. Хорошо, что они все прыгают на Рафа. Нет, один все-таки решил на тигра прыгнуть, а другой на Лео. Ладно, это зря, конечно, они все сделали. Но, как вы понимаете, ребята, у меня что Шреддер, что тигр и что Лео 45 уровня. Здесь от них, наверное, будет очень мало толку. И, скорее всего, кто-нибудь здесь из них упадет в этих боях. Они даже не могут попасть. Вот только Раф и Зек у меня здесь могут дать достойный отпор. Да. Я даже не знаю. Может быть, давайте просто бомбанем. Я хотел похилиться, но, наверное, не стоит только лишь из-за Лео и Тигра это делать, все дело. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. У него все равно он слабенький, но, тем не менее, продуктивный. Отхил. Так, стоим, стоим пока на месте. Давайте добивать этого ниндзю. Добьешь, нет? Нет, не добил. Зек делает это дело. Все, ребят, у нас вторая волна, всего их здесь три будет. И опять здесь у нас куча ниндзей. Тем более роботов. Они, кстати, бесявые, когда делают свою супер вертушку с этими булавами, с рапирами. И они довольно очень много отнимают здоровья у нас. Поэтому будем как-то им противостоять. Так, ну-ка, Шреддер, сможем? Нет, не сможем ничего. Давай, Зек, строчи. Ну, вот теперь уже хорошо. Так, только не надо. Вот, вертушка, о ней я и говорил, ребята. Очень много здоровья отнимает. Плюс у меня на Леонарде постепенный урон висит. Это плохо. И здесь у нас, да, вот он, этот носорог. Тут у нас маусы еще. И роботы-ниндзи. Так, ладно, попробуем выжить. Хотелось бы, конечно, всеми выжить, но вряд ли получится. Давайте делать надо отхил. Хоть как-то восстановим себе здоровье. Так, у Рафа нету, по-моему, провокацию. Мы с вами ее потратили. Ну, давай, контрудар, отлично. Ну, я больше чем уверен, что здесь у нас Раф и Зек точно останутся в живых. А, нет, есть, ребята, есть. Произошел откат, все отлично. Все, теперь я вздыхаю свободно, ребят. Давайте, Лео, суперудар. Да что такое, даже Мауса не можем добить. Куда, куда ты своим валуном здесь? Черт подери, а. Смотрите, как он много отнял здоровья у Рафика, лишь один раз бросив свой камень. Да он какой-то еще при этом и толстый. Так, держимся. Пытаемся, ребят, пытаемся. Так, своя вертушка. Вот, укрепляем команду и попробуем как можно больше нанести дамага всей этой братве. Хотя, наверное, надо было нам... Давайте добьем, наверное, ниндзю. А то они, честно говоря, мешаются здесь. Так, Шреддер, вся надежда на тебя. Молодец, не подкачал. Так, вот этого бомбим. У него двойной удар. Нет, 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 не надо. Живи, Раф, отлично. Оу, все. Слушайте, да ладно, жжет. Офигеть, ребят. Он своим огнеметом двоих бойцов мне сразу уложил. Вот проказник. А я думал, что вся надежда у нас остается. И мы пройдем полностью с вами, со всеми целыми персонажами. А... оказалось, дудки. Ну ладно, одну звезду получили. Значит, черепаха думает, что сможет перехитрить Бакстера Стокмана. Это мы посмотрим, верные слуги. Приведите мне черепаху. Лео, берегись! Карай! Так вот, значит, да? Усиленная атака на моих героев пошла. Ладно, ребят. Эпизод 2 у нас здесь... Карайка 61, 61, 63. Слушайте, а давайте посмотрим. У нас, знаете что, открылся же сложный режим. И я хочу, ребята, глянуть, насколько он сложный. Так, это у нас нормальный, это сложный, да? 12 эпизодов всего здесь. И вот у нас первый эпизод. И я хочу посмотреть уровни врагов. Да ладно, 64, 66. О, нам сюда, ребята, рано. Очень рано. Мы не справимся. Это нужно мне еще расти, где-то примерно до 65 уровня.
Ладно, тогда давайте продолжим все-таки главу 7 и эпизод 2. Получится, не получится, но попытка, как говорится, бесплатная. Что ж, поехали. Так, у нас тут три волны, я смотрю, первая волна, и здесь у нас маусы и ниндзя-роботы. Ладно, хорошо. Давайте смотреть, как говорится, наш результат, который получится. Так, ну-ка, давай, наверное, массовым бомбанем. Мы даже никого не замедлили, а? Ты посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Не нравится мне это все, ребята. Очень не нравится. Черт, и удары у нас какие-то слабенькие. Давайте хиляться. Так, отхил. Отлично. Так, и добьешь ты? Добил. Нормуль. Слушайте, можно... Нет, не буду я провокацию делать. Будем их так просто атаковать. Черт, подери, вот эти маузеры меня бесят. Во, молодец, Раф, отлично. Добьем. Да, добили. Переходим с вами плавно ко второй волне. И здесь, ну, тоже у нас ниндзя. Вот эти, кстати, ребята меня бесят, которые с такими красными мечами. Они делают лазерную атаку. Довольно неприятное такое, знаете, действие. Провокацию ставим и будем смотреть, что у нас получится. Главное, чтобы Рафик у меня здесь простоял. Отхил, от Лео. Все нормуль. Здоровье практически у всех полное. На, ты посмотри. Эти маузеры очень много отнимают здоровья. Но и у нас также, не забываем, ребята, лежит антибаф, который нам понижает защиту. Это не есть хорошо, потому что мы можем за счет этого проиграть. Так, маузер минус. Вот этого маузера нам, в принципе, тоже нужно добить. Вау, шикарно. Слушайте, возможно, мы с вами увидим Карайку. Не знаю, победим мы ее или нет, но увидеть мы точно ее увидим. Так, стоим, стоим, стоим. Добьешь? Давай, Лео. Отлично. И вот она, третья волна. Ага, ну, в принципе, тут тоже у нас ниндзя и сама Карайка. Она 63 уровня. Конечно, ребятам, которые у меня 45 уровня, будет проблематично ее пробить. Так, тихо, стоим, стоим, ответку, молодец. Так, что они дальше будут делать? Ай, вот эта вот супер-вертушка, она бесявая, ребят. Оу, Карай. Не-не-не-не-не, стой, фу. Слушайте, но по идее... Да ё-моё, а, ну, не ожидал я, да... Ну вот, пошел, как говорится, разбор полетов. Черт подери, да ладно. Ну, все, ребят, здесь вряд ли я, конечно, смогу выкрутиться из этой ситуации. Блин, как-то вот, если бы не понижение было бы, вот, защиты, я думаю, что мы справились бы. Потому что Раф, в принципе, и Зек в паре, они бы здесь разобрали бы практически всех. И никто бы здесь ничего не смог бы сделать нам. Но, как вы понимаете, упали. Что ты там чудишь опять? Ай, она еще и понизила скорость. Все, ребята. Я, конечно, попробую с Зеком, но пониженная скорость, соответственно, я буду ударять реже. И я думаю, что да, дожарили меня. По крайней мере, я буду знать, чего ожидать. И, по большому счету, если немножко подкачать своих героев буквально на 2-3 уровня, я пройду его без каких-либо проблем. Так, давайте-ка возьмем, наверное, с вами и купим денег у нас дофига, точнее звездочек. Я хочу приобрести себе 5 карточек Кейси Джонса и 5 карточек вот этого вот черепашки-робота. Ну что, я смотрю, больше мы здесь сделать ничего не можем. Крипу осталось 5 карточек найти, и мы ему повысим ранг. Здесь у нас ничего нету. Здесь, к сожалению, тоже не накоплено. Так, мы можем... Давайте-ка посмотрим своих героев. У меня... Так, Змея Карай, да? Я хочу ее, конечно, приобрести себе. Давайте-ка глянем, где она у нас. Так, вот она. Тоже, кстати, не очень много. Всего лишь 13 карточек, и она будет у нас. Да, тут откаты. Я не буду, ребята, тратить доллары на это дело. Они нам пригодятся. Будем копить с вами баксы на что-нибудь хорошее. Кстати, ребят, вы пишите, на что лучше тратить деньги и каких героев лучше покупать. Кстати, вот здесь вот... нет, здесь не получится. А если вот здесь в испытании... Давайте-ка посмотрим. Вот эпизод 5. 55. Слушайте, а есть... есть возможность пройти. Ребят, давайте попробуем, а? Я, конечно, очкую маленько, но... вдруг прокатит, а? И вдруг мы победим. И я пройду дальше. Как говорится, была не была. У нас здесь 4 волны. Ага, муха-тля и тараканы. Ладно, попробуем.
Слушайте, ну разбираются они довольно легко. Полтинчик-то, а? Давайте-ка дальше их наказывать. Оу! Слушайте, я думал, что будет намного жестче все это дело, но, как погляжу, не все так страшно. Давай-ка. Крис, добьешь, нет? Отлично, молодец, но не добил. Продвигаемся дальше, это вторая волна из четырех. И здесь у нас, роботы. Ну, в принципе, ребята, они не такие страшные. Стреляют своими лазерами, так что мы должны с ними справиться. Давайте попробуем. Дойдем, а может быть получится пройти все-таки, как я вам говорил. А мне бы этого очень сильно хотелось бы. Так, минус один робот. Крис, бомби, отлично. Зек, ну в принципе ты его добьешь, это без проблем. Что он там делает? Контратаку повесил, а? Ты посмотри. Блин, опасно бить-то. Не добили, а? Сейчас будет стрелять. Ладно, попробуем добить его. Все, нормуль. Так, Рокзар, все отлично. Есть, ребят, все хорошо вообще получается. Третья волна, и здесь у нас, воу. Вот это вот, кстати, очень плохо. Грибы всегда меня нервировали. Черт, массовый урон. Как вы понимаете, подхил у меня здесь только у одного. Это у Шреддера. Отлично, одного гриба мы с вами завалили. И есть возможность, нет, нету. Так, массовый. Попробуем, попадем, нет? Так, давайте хиляться обязательно. Без этого никуда. И продолжаем бомбить. Да что такое, а? У ворот-то какой мощный. Давайте кого-нибудь другого бомбить. Хотя у них у всех у ворот стоит, ребят. Ну, добьешь, Зэк? Молодец, умница, добил. Так, продолжаем с вами разбирать всех этих черепашек. Ай, Крис упал. К сожалению, упал Крис. Это плохо, ребят. Мне бы пригодился его суперудар, суперусиление, которое нам дает контрудар. Ладно. Так, смотрите, постепенный отхил у этого киборга стоит. Что он там делает? Блин, скорость понизил, а? Ну, гаденыш, еще и провокацию на себя поставил. Блин. Я боюсь, что Шреддер у меня сейчас упадет. А этого мне не хотелось бы. Черт подери. Блин. Контрудар, да? Сейчас, наверное, добьет. Да, он добил мне Шреддера. У меня не было выбора, ребят, потому что это... Оу, еще и Рокзар упал. Нет, по ходу дела не потяну, ребят. Не справился я. Жаль. Но, по крайней мере, мы с вами посмотрели, убедились, что еще пока мне сюда рановато. А так хотелось бы. Да, к сожалению, проиграли. Эх, жаль, печаль. Но ничего с этим не поделаешь. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы будем завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну а мы, в свою очередь, вскоре встретимся с вами в новых видосиках и продолжим играть в разные интересные игры. Так что всем пока, всем удачи и до новых встреч. Ah!